Всем привет, с вами Статус. В этом видео я представляю вам 11 товаров для выживания в любой ситуации, будь то даже зомби-апокалипсис. И как всегда, в конце я разыграю 3 товара из видео. Погнали! Эти перчатки не только согреют ваши руки и защитят от грязи, они также способны уберечь ваши руки от порезов. Их применяют для работы со стеклом, абразивными материалами или же на кухне. Также они популярны среди любителей казачьего боя на ножах. Помимо хорошей защиты, эти перчатки весьма эластичны и их с легкостью можно стирать в машинке. На Али их можно приобрести ни много ни мало за 600 рублей. Представляю вашему вниманию тактическую ручку. Вернее, от ручки тут только название. Это своего рода стеклобой, пробойник или своеобразный кастет, который можно трансформировать в Т-образную форму, за счет чего она будет очень хорошо сидеть в руке. Отлично подходит для самообороны, очень опасная вещь. Так же, как и этот мини-кастет из титана, надевается на 2 пальца, на ударной поверхности нанесены зазубрины. Сам же кастет весит 44 грамма, и этого достаточно, чтобы значительно увеличить вес удара. Товар позиционируется как стеклобой, ведь кастеты официально запрещены к продаже на AliExpress, и таким способом производители пытаются обойти правила торговой площадки. А этот малыш пригодится на все случаи жизни. Красивый топорик мультитул. Продавец предлагает 7 расцветок этого обалденного топорика. В нем содержатся следующие инструменты. Фигурная и плоская отвертки, открывалка, 6 размеров шестигранного накидного ключа, гвоздодер, ну и собственно сам топорик. Отличный инструмент на подарок. Этот топорик я сейчас закажу, чтобы разыграть в конце видео еще с одним товаром. Как всегда, сделаю это через кэшбэк, чтобы сэкономить свои кровные. Оплата прошла, теперь посмотрим, какой кэшбэк нам начислен. Все, дело сделано, ссылку на кэшбэк Smarty Sale я вставлю в описании к этому видео на тот случай, если вы тоже захотите экономить на своих покупках. Это реплика легендарного облегченного компактного ножа Cold Steel Bird and Trout. Нож из цельного куска стали с кольцом для шнурка или цепи, создан для ношения на шее. В комплекте идет чехол и цепь оптимальной длины. Геометрия лезвия позволяет использовать его как в качестве ножа, так и в качестве подручного заменителя инструментов. Идеально подойдет для рыбаков, охотников или следопытов. Тактические часы с диодным фонарем, пожалуй, лучший претендент на звание незаменимого товара для выживания. Часы водонепроницаемые, их с легкостью можно использовать в дождь или даже под водой. Очень яркий фонарь, удобный ремешок, незаменимый в походе. Наш выпуск не мог обойтись без балаклавы защитного цвета. Отличный пошив, у продавца есть 4 различные расцветки. Пошита из акриловой ткани, которая сама по себе очень долговечна. Цена всего 250 рублей, идеальная защита от ветра. Военный тактический компас. Сам компас жидкостный, что обеспечивает быструю стабилизацию стрелки. В основании корпуса есть штативная резьба, что позволяет установить компас на штатив с точным выставлением горизонта. Компас легко использовать как в закрытом, так и в открытом виде, благодаря смотровому окошку. В окошке установлена угломерная шкала для определения расстояния между видимыми объектами. На боковой части компаса размещена 5-сантиметровая линейка. В общем, перечислить все достоинства этого компаса за короткое время очень сложно. В описании я вставлю ссылку на проверенного продавца. Сможете перейти и прочитать подробнее об этом товаре. Шарнирно-карманный нож «Бабочка» с уникальным механизмом. Российская разработка. Механизм позволяет производить облегченные ножи, что делает его удобным в ношении. Нож легко раскладывается одной рукой. В сложенном состоянии можно применять в качестве стеклобоя за счет заостренного торца. Для удобства переноски нож имеет пружинную клипсу. Плюс этого ножа в том, что его можно носить открыто за счет его внешности, которая служит отличной маскировкой. Тактический разгрузочный жилет обеспечит вам комфортное ношение огромного количества мелких предметов. Выполнен из прочной ткани. Я думаю, его внешний вид говорит сам за себя. Подойдет для охотников. От себя добавлю, что в описании будет ссылка на проверенного продавца. Флеш-накопители в виде пули. Объем памяти до 64 гигабайт. Выглядит по-мужски, годится в качестве подарка. И главное, что я разыграю 2 таких флешки с тактическим топориком для своих подписчиков. И для участия необходимо всего лишь поставить лайк этому видео, написать абсолютно любой комментарий и обязательно подписаться на каналы спонсоров. Ссылки на каналы вы найдете в описании к этому видео. Итоги я публикую 21 декабря в нашем паблике ВКонтакте, так что лучше на него подписаться, чтобы не пропустить результаты розыгрыша. Подробные условия конкурса и все ссылки на товары из выпуска вы найдете в описании к этому видео. Напишите в комментарии, какой товар можно было бы добавить в этот выпуск. На этом все, друзья. До скорых встреч!